Всю историю таджикского народа с древних времен до наших дней можно изучить по одежде, говорит Мукарама, одна из ведущих модельеров Таджикистана. Она надеется передать свои знания молодежи и поэтому регулярно устраивает показы в различных вузах страны, как сегодня. Здесь подборка ее работ за много лет. И я горжусь этим, что вот я арийка, во мне эта кровь. И вот это вот мне не дает жить спокойно. Поэтому я все выражаю в костюмах. Каждое платье и костюм творчески переосмыслены. Мукарама не отстает от современных веяний и моды. Но во всех работах на первом месте традиционные узоры. Шьет она только из тканей, сделанных в Таджикистане. Эта ткань называется по-таджикски гульбас. А в переводе она означает узелковое украшение. На ней природным материалом красится вот такие красивые орнаменты, то есть методом узелковым, то есть узлами завязывается и красится. Национального стиля стараются придерживаться и другие кутюрье страны. Хуршет Саторов, художник-модельер, каждое свое платье превращает в своеобразный символ. Потому что вот эта линия, здесь голова и две руки. То есть в истории зороастризма этот узор всегда обозначал человек. Украшения специально делаются, наверное, не только у нас, но и, наверное, в Турции, там это вот очень часто используется. Это от глаза, называется чашми. Большинство модельеров работают в национальном стиле, чтобы заинтересовать иностранного клиента. Рынок большой, предложений много, нужно что-то новое. Именно традиционные узоры помогли многим выйти на международные подиумы. Девушка, которая открывала Fashion Week мою коллекцию, была одета в этом платье, и она заняла первую, самую красивую модель, которая представляла мою коллекцию. Она была из Таджикистана, Парвина Саидова, и получила такой титул. Внешние рынки – единственная возможность развития. В стране такие платья может себе позволить очень ограниченный круг лиц, несмотря на то, что стоимость в среднем около 300-500 долларов. Каждое платье Хуршеда Саторова уникально и делается вручную. И всего у него несколько сотен постоянных клиентов. Это вышивка мулине, вот вручную сделана. И она тянется, и не каждый мастер способен сделать вот такую вот работу. На одно платье месяц точно уходит. Но для того, чтобы найти покупателя за границей, недостаточно быть хорошим модельером, говорят кутюрье страны. Нужны инвестиции. Частных предпринимателей на родине отрасль не интересует, а редкие иностранные инвесторы стали появляться только сегодня. В основном они пока только прощупывают возможности и приглядываются к кутюрье. Анушервон Арипов, Насим Исанов. Настоящее время. Таджикистан.